Всем привет! Мы приехали в деревню. Смотрите, какая красота! Мы вот туда идем. Я вам не снимала дорогу там, потому что ничего интересного. Ой, сколько тут сразу мошкары. Но мы набрызгались. Идем. Везде природа. О, сразу так прохладно стало, да, это прямо чувствуется. Все, пришли. Смотри, какая красота. Ля-ля, мы тут всем семейством. Ой, как красиво. Это мы пришли на рыбалку. Мушки летают, даже перед камерой видно. Ой, как классно. Жень, так спиннинг сломаешь, лучше это, за леску возьмись. Подписчики, привет. Рви, ну, только так. О, Валеры, такая это. Я снимаю, Валера, твою рыбку. Можно? Угу, классненькая такая. Слушай, я знаю. Ой, вообще классно. Валера, тебя не надо снимать, да? Нет, я секретный агент. Я тебя не снимаю. Что, поймал что-то, нет? Конечно. Ну-ка, покажи. Мы только все отпускаем. Я вот такого клыка поймал. Ну, взял да? кошку. Угу. И все, это была единственная. Ой, ой, я не хотела. Я хотела заснять с другой там стороны тебя. Там получила, еще и зацепилась. Я не зацепилась. Вот моя лялечка. Эй, ляля. На морду было виля. Ляля, фу. Ляля, фу. Испугу рыбу выпрыгнула бы сама на деле. Блин, ну это закат, это вообще. Вчера такой же был, но классный закат. Я еще вот так сейчас прибавлю. Удочку нельзя, это, блин. Смотри. Комаров много вас не едят? Да едят. Не комары, знаешь, это мушка задолбала, меня все равно чешется. Сейчас лялечка у нас извалялась в кучке. Коровьих лепешек. Да, коровьих лепешек. Васильечка! Эй! Я вас не снимаю, Васильку только снимаю. Ой, ты чего, Василя? Подписчики, кто не знает, это моя внучка. Да, Василя? Эй! Сейчас в баньку пойдем мыться. А есть одежда? Такая природа, обалдеть. Класс. Лялечка, лялечка. А кто там плывет? Утка, наверное. Где? А, уже под воду. А, ну это утка. Они здесь постоянно плавают, эти долбанные утки. Ну ты, опять же, на это сколько потратишься, постоянно брызгаться, это химия. Ну и там тоже химия. Ну там, считай, брызгаться не надо, я одел. Когда он сказал, сколько ему лет? Ну что, ему 99 лет. Мне там, ого, ого, все так вот пишут. Кружку не забудь, Наташа. А, ладно. Есть стульчик? Нет, стульчики вы сами несите. Жень, ну скажи привет. Привет, привет. Поздоровался наконец. А, рыбки кушают. Все-таки на рыбалке. Ля-ля, ты где? Где она? Я ее не вижу. Вот она сзади. Прошлогодние мулечки. Ну-ка, они боятся. А, вон кушают. Пытаются. Ну это плохо видно тут. Ну, в общем, они кушают хлебушек. Жрёшь корм, парыш? А чё так это? Фокус! Вот. Собака опять жрёт всякую... Ля-ля! Чё-то я вообще снимаю всё. А чё оно? Во! Вижу. Всё понятно. Свой угробил, телефон теперь мой добивает. Я ничего не угробила. Ну, уж лет 6. Он всё как новый. Ну. Слушай, да что-то мне понравилась эта компания, Бекью. Какая? Бекью. Лялечка, мы на берегу, вот там вот если дальше вот так идти, там будет водопад. Лялечка, ты далеко пошла? Эй, ля-ля, ты куда? Иди сюда, ля-ля. Что ты там бегаешь? Пойдем. Ля-ля. Эй,
Вы посмотрите, какая красота. Дорога. Там такая травка сухая. Ну, это еще с прошлого года. Че, вы все, да? Пойдемте. Ля-ля. Мы решили на ночь снимать, если что-то. Да, конечно. Пошли, ля-ля. Ох, как бегает. Лёлюська. Идут два рыбака. Конечно, здесь у нас классно. Здесь у нас здорово. Не показывал застолье, что-то настроение как-то не было особо. Сейчас вроде появилось, вот. Решила заснять. Маленечко вам поснимать. Ля-ля. Сейчас мне быстро на дорогу выйти, чтобы там собак не было. Иду, не снимаю, разговариваю с вами. Вышли на дорогу. Мне надо было выйти посмотреть, нет ли там собак. Лялька бежит. Ой, что-то я запыхалась даже. Вообще хорошая погода. Ой, ничего не видно. Нет, вот часто нормально. Да. Больше солнца попадает, но такая. Слушай, ну прилично. Здесь уже было покрыто. Вот наша машинка стоит. Там машина брата. Вот у нас реклама на машине. Сейчас покажу вам, где находится наш магазин. Зоомагазин «Модная собачка» на Кировоградской, 39, город Екатеринбург. Приходите. Если вы скажете, что вы мои подписчики, я вам сделаю скидку. Мы готовимся ко сну. Мы будем на этом матрасе спать. Сейчас Женька накачивает его насосом. Да. Вот мой хейтер сидит. Хейтит меня. Света, передай привет подписчикам. Можно я покажу себе? Покажи. Тебя захейтят. Ой, а что это я? Блин, Женьку снимаю. Все, я лежу на матрасе. Сейчас мы расстелим, сходим в баньку и будем спать. А ты когда на горшок ходишь, тоже снимаешь? Ля-ля. Лялечку тоже будем в бане. В бане обмывать. Потому что она вывалилась в какашках коровьих, в лепешках. Ляля, пойдем в баню, да? Василия, намазалась? Музыка играет. Когда играет музыка, надо говорить, чтобы YouTube не забанил монетизацию. Все, сейчас мы будем спать. Не, сейчас мы еще в баню пойдем. И будем спать, ложиться. Сколько народу было? На полу спали. В комнате, кухне, больше ничего не было там. Папа, с днем рождения тебя, с юбилеем. Пап, да. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пап, скажи вот так, как ты делал раньше? Чего? Ты мне контент делаешь, давай, тебя смотрят подписчики. Капец. Пап. Как это смотрят? Они хотят, чтобы я тебя снимала. Пусть денег пошлют, я тогда хочу сделать. Сегодня у нас следующий день. О, как я прибавила. Это папа на рыбалке. Вот там вот лебеди плавают. Вот здесь вот, ну вам, наверное, не видно. Сейчас попробую приблизить. Не знаю, насколько это будет. Нет, плохо видно. Вот у меня Женька на стульчике.
Лялечка. Лялюсик. Время 10 вечера. Ой, 10 утра. Лялечка. Ляля, тихо, рыбу пугаешь. Ляля. Ляль, хватит лаять. Фу. А я уже сняла его с зарядки. Там 87%. Ля-ля. Пап, ну зачем? Я, блин, это пропустила. Я пацачий хотел накрыть, а пацачий. Она убежала. Что она? Вот у папы пацачик, он хотел на лялю его только что одеть. Она убежала накрыть. А она бегает. Она уже походила по воде. Че это? Ляля ходит. Иди, Ляля, в воду заходи. Давай, заходи, Лялюська. Иди, Лялечка. Она только что ходила по воде, бурлила там носом, прямо носик в воду сует. А это что у тебя, папа, такое? Это, Лялечка, что это такое? А? Это что такое? Люди интересуются, что это такое? Да, подкормка специальная. Это ты весь корм туда высыпал для рыб, да? Мы взяли из магазина просроченный корм для рыб и смешали с подкормкой. Я не мешал, обманно. Это Женя смешал я подкормкой. Не? Вот так вот. Значит, никто не мешал. Нет, а я снимаю, между прочим, а ты мне говоришь, что я обманываю. 19 лет, ага. Так ты же сам сказал. В общем, вот так мы сидим. Я стою. Женя рыбачит. Природа класс. Ветерок теплый. Лебеди плавают. Красота. Нет, их много было. Она ну да. Они, наверное, уплыли уже там. Они их не видно. Да, да. Ох ты, Женька рыбку поймал, Женька рыбку поймал, класс. Чебака поймал. Какой? Шершавый? Да. Какой? Икриной, еще не отметал. Да? Он отметал, гладенький. Ага, рыбка с икрой, папа сказал. Когда шершавый чебачок, это значит это? С икрой. Женя? А? На опарыш красный. Пойдем, Лялька, пиццу стряпать. Пиццу стряпать. Вода холодная. Хотела искупаться. Малинка сейчас чеклеяет. Долбить будет малинка. Тихо, не булькай. Ляля, это мой брат пришел на рыбалку. Я наконец-то тут хоть место нашла, где не вниз башкой лежишь. Вот так вот Лялька у нас загорает. Лялюсик. Ну-ка посмотри, я хочу еще яблоню посмотреть. В этом году так цветут яблони. Мы, кстати, вчера посадили картошку. Какое число свет было? Вчера 14. Нет, 15. 15, сегодня 16. В общем, вчера, 15 мая, мы уже посадили картошку. Но не мы, а родители. Смотрите, какая у нас маленькая яблонька. Или это. Да, это яблоня. И цветет.
так красиво. Или это слива. Вот такие вот цветочки. Очень классно. В том году-то у нас были очень хорошие яблоки. Лялечка, Ляля, иди сюда. Так, это у нас тюльпанчики. Красивые. Тут вот колокольчики, или я не знаю, как они называются. Аромат обалденный. Только яблонька. Вообще такая красота. Вы посмотрите. На фоне неба голубого. Просто круто. Вообще, как будто много-много. В этом году так сильно цветут яблони. Так много. Так густо. Даже листочков зеленых не видно. Красота. Здорово.